27 октября детский сад «Ласточка» отмечал свой юбилей. Поздравить коллектив пришли депутат Смоленской областной думы Михаил Осенко, представитель администрации города и руководство Смоленской атомной станции. Здесь воспитатели, специалисты классные и нянечки заботливые и ласковые. Уютно здесь, красиво и светло. Нам с садом этим крепко повезло. За особенные заслуги и долголетний труд в детском саду педагогов и сотрудников вспомогательных подразделений администрация города наградила благодарственными письмами. Много теплых слов звучало в адрес юбиляров. От комитета по образованию коллег и ветеранов педагогического труда поздравила председатель Татьяна Токарева. Она также вручила им подарки, грамоты и благодарственные письма. С подарками в гости к юбилярам пришли их постоянные шефы. Они уже много лет помогают детскому саду финансами и рабочими руками. Родительский комитет не только вручил своим педагогам подарки, но и устроил для них небольшой концерт. Особенно трогательно звучали слова поздравлений от воспитанников детского сада. Они умиляли собравшихся искренне неподдельным обаянием. Своими номерами они срывали бурные аплодисменты у гостей праздника.